Выставить на продажу дары природы и плоды труда смогут хозяйства и жители округа уже осенью. Предложение о проведении осенних муниципальных ярмарок внесла на еженедельные планерки Наталья Кардакова. По словам председателя окружного союза потребительских обществ, ярмарки – хорошее средство продвижения товаров местного производства. Также они позволяют оценить, какими ресурсами располагает округ. Мне бы хотелось обратиться к главам муниципальных образований. Значит, у нас президент ставит вопрос о импортозамещении. Этот же вопрос рассматривался на высшем уровне губернаторе и говорили о том, чтобы, значит, обеспечить своей продукцией и своим сырьем наш округ. Поэтому мне бы хотелось, чтобы подключились к этому вопросу. Ежегодно окружные предприятия и хозяйства принимают участие во всероссийских и региональных ярмарках «Маргаритинская» в Архангельске, «Золотая осень» в Москве. Весной этого года в Ненецком округе впервые была проведена собственная сельскохозяйственная ярмарка. Вторая планируется в сентябре.